Здравствуйте, дорогие подписчики! С вами снова ваш болгарский дневник. Сегодня немного грустный день. Мы уезжаем из Болгарии. Наше лето закончено. Хочу сказать вам большое спасибо, что вы провели эти месяцы вместе со мной. Если честно, никогда не умела, но всегда мечтала снимать. Это моя несбывшаяся заветная мечта, которая частично осуществилась вместе с вами. Спасибо вам за то, что терпеливо смотрели мои корявые творения и большинство поддерживали добрыми словами и пожеланиями. Многие подписчики стали мои добрыми, хорошими знакомыми. Надеюсь, что наша дружба будет долгой и крепкой. Я очень люблю Болгарию. Она всегда живет в моем сердце. Здесь есть свои плюсы и минусы. Но ведь и человека любишь не за набор положительных качеств, а просто любишь. Так и у меня случилось с Болгарией. Надеюсь, что у нас это с ней взаимно. Несмотря на то, что я возвращаюсь домой в Санкт-Петербург, я планирую записывать для вас периодически видео с аналитикой цен и отзывами о наиболее интересных для вас жилищных комплексах. К сожалению, это уже не будут видео моря, но я придумала для нас альтернативу. Я буду собирать видео с веб-камер Болгарии. Я все равно холодными зимами пью свой утренний кофе, смотря в эти камеры. Предлагаю периодически делать это вместе. А в завершение хочу выложить для вас закрытие летнего сезона Fort Knox Holiday Орхидея на Солнечном берегу, где я живу. Это закрытие прошло неделю назад. Наш комплекс круглый год продолжает свою работу, но традиция детей провожать лето вместе, запуская фонарики желаний и прыгая в бассейн в одежде, живет в течение многих лет. Дети загадывают заветное желание обязательно вернуться следующим летом в Болгарию, в наш Fort Knox, встретиться со своими друзьями, огромной компанией, живущей в нашем большом комплексе, похожем по атмосфере на пионерский лагерь. Еще раз спасибо за то, что мы с вами провели вместе это лето. Крепко вас обнимаю, искренне ваш болгарский дневник. А те, кто уже с лотосами, кто уже зажег свечки, давайте, пожалуйста, загадаем самые заветные свои пожелания на следующее лето, чтобы всех и мы все обязательно сюда вернулись, потому что нам всем здесь очень понравилось. Вот, и чтобы обязательно здесь встретиться, ведь мы на самом деле соединяем стихию огня и стихию воды. Ну что, если все готовы, давайте на счет три с пожеланиями самого-самого классного в новом лете и запускаем лотосы. Итак, один, два, три. Запускаем и загадываем, обязательно встретиться в новом лете с нами, мы с вами, вы с нами, друг с другом.